Из тех денег, что выделяются на содержание и ремонт дорог, часть предназначена на очистку обочин от мусора. Но, говорят дорожники, эта работа практически незаметна, так как автомобилисты за несколько дней на нет сводят все их старания. За последние полтора месяца только испорченных автошин с пригородных дорог вывезли 6 КАМАЗов. В связи со сложившейся ситуацией на трассах в дорожной дирекции приняли решение активнее использовать штрафные санкции. Для этого совместно с экологами и сотрудниками ГИБДД будут организованы рейды, а в некоторых местах установлены видеокамеры. Так что тот, кто попадется, например, за выброшенный из машины окурок, заплатит 3000 рублей. Это если частное лицо. Для должностных лиц это удовольствие будет стоить и до 100 тысяч рублей, а для юридических – до 150.